Студия 89.9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна-ФМ». Вечер четверга. По традиции мы посвящаем настоящей живой музыке. В эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов. Всем доброго вечера. По традиции мы посвящаем эту программу не только хорошей живой музыке, но и прекрасному общению. Конечно. И самое главное, любимым нашим артистам. Друзья, сегодняшний концертный зал имени группы «Рефлекс». У нас в гостях солистка группы Ирина Нельсон. Ирина, добрый вечер. Привет, Ира. Привет всем, кто сегодня слушает, смотрит нас. Мы с удовольствием будем петь все золотые хиты и новые песни. Спасибо для вас, тебе за это огромное. Мы очень рады. Сегодня для тех, кто вдруг нас слушает и не смотрит, расскажем, Ирина, вместе с группой. Здесь все серьезно, команда мощная. Представишь нам сразу всех ребят или, может быть, потом, как у тебя обычно это происходит? Группа сессионных музыкантов. Мы специально собрались для того, чтобы сделать живую программу. Именно живую. Это, конечно, смелый шаг, потому что не все площадки в нашей стране готовы для живого звука, да, но мы решили рискнуть. И если сейчас какие-то будут технические неполадочки, конечно, это не Америка у нас пока, мы в нашей стране только учатся живому звуку в студиях. Поэтому если какие-то будут неполадки, простите нас, ради бога, мы будем все равно петь искренне и делать это нормальное от всей дело, конечно. Всей живой эфир, души. Прямой эфир, поэтому да. Ну а представлять, ребят, да, хотели попросить тебя сделать это потом, да? Хорошо, договорились. Представить, ребят, я попросила. Представить, ребят, Георгий Капустин. Георгий, привет. Добрый Алексей вечер. Бас-гитара. Ударные. Вячеслав Тюрин. Вячеслав Тюрин. Он сегодня у нас рулевой продюсер. Он всегда рулевой, продюсер, и сегодня композитор тоже. Многих песен, которые здесь прозвучат сегодня. А также Энтони опора, Слим, защита. Мультиинструменталист, который играет на клавишах, на гитаре, да, на саксофоне, на флейте, на фаготе, на чем только он играет, в общем, угу. На всех инструментах, на скрипке, виолончели. Сегодня он вместе с нами. Так что замечательные музыканты. Будем стараться, будем вам дарить свои... Про ударника не сказали. Ну как же. Про ударника сказали. Я пропустила. Мне кажется, надо добавить, что 18-го в воскресенье будет концерт в Люстра-баре в 8 вечера, да? Мы да, туда всех приглашаем, верно. Ира. В Люстра, концерт-холл, концерт-бар, Люстра. Угу. Там состоится концерт... Ирина Нельсон, группа «Новые «Рефлекс». И лучшие песни. Да, золотые хиты и новые Хорошо. Песни. Хорошо. С чего мы сейчас начнем? Сейчас, я думаю, мы начнем с песни, которая знаковая в нашем репертуаре. Она продержалась 2,5 месяца на вершинах хит-парадов ведущих радиостанций. Это песня, которая разрывает сердца всех людей. Ну, я думаю, что все не сомневаются, что эта песня, конечно же, «Сойти с ума». Жить без тебя не могла никогда, и выбирала я бег в никуда. Где-то давно все обид и страх снова тону в твоих нежных руках. Быстро прошла эта страх. Поют слезы мои, словно дождь. Я отдалась твоим нежным рукам. Больше тебя никому не отдам.
Сумасшедше красиво. Ирина Нельсон, группа «Рефлекс», друзья. Программа «Концертный зал», «Страна FM». Ирина, спасибо огромное тебе за эту песню. Что хочется сказать? Ведь очень скоро уже 20 лет в группе исполнится. Задумывались об этом же, наверное, подсчитываете? Просьба говорить громче, потому что у меня в ушах наушники. Ирочка, группе 20 лет, правильно? Да, «Рефлексу», совершенно, да? Верно, уже приближается этот юбилей. Вот, что нам ждать? Ну, собственно, это не группе, потому что я начала свой творческий путь раньше, чем... Но это отдельная история. Отдельная страница, большой, конечно, да. Большая история, да, можно сказать. Но, в принципе, да, за это время мы создали очень много песен. Когда вот заходит речь о какой-то концертной программе, все время сложно все наши песни, хиты уместить в одну программу. А у тебя нет такого, что ты, например, спрашиваешь у поклонников, у фанатов, что есть голосование, говорят, что спеть, например, артисты, да? Да, да. Проводишь вот такие вот опросы? Так и начали делать, и поэтому, в общем-то, поклонники просят новые песни, золотые хиты, поэтому мы эту программу составили, так сказать, ну, где-то на две трети из золотых хитов и новых песен включили. То есть 18-го, когда все сходят, проголосуют, и потом уже с хорошим настроением придут на концерт, да, да, и услышат, да, там абсолютно разные песни. Да. Там будут другие песни в том числе, потому что здесь программа короче, там будет она намного длиннее. Но сейчас прозвучит песня, которая очень... Были же времена, когда пели о любви очень романтичные пели. Да, все сейчас помнят, время, конечно, поменялось. Сейчас нецензурная брань. Девушек называют уже совсем по-другому в песнях. Непечатно, да. Давайте вспомним добрые времена, когда первый раз вспоминали. Секундочку одну, пожалуйста. Маленькая пауза у нас, и обязательно исполним песню. Одну секунду, пауза. Студия 89.9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Итак, Ирина Нельсон, группа «Рефлекс», и песня... Звучит песня «Первый раз». Первый раз.
вот то, что я подпевала эту песню, это, конечно, совсем не удивительно, друзья, но вот то, что Роман Шахов подпевал Ирине Нельсон, это, знаете ли, редкий случай, между хочется прочим, сказать. Эта песня до того хороша, что она прекрасна и в быстром темпе, и вот в такой медленной романтической версии. Ира, большое спасибо. Иришка, дорогая, за... А следующая песня тоже всем хорошо знакома, любима, даже можно сказать, всеми. Но мы сегодня решили сделать для поклонников сюрприз и нашли просто в нашем багаже творческом на пластинках такую красивую версию этой песни, потому что в основном мы играем на концертах такой клубняк. Да-да-да, понятно. Громкий, ритмичный дэнс-вариант. Ну а здесь подумали, что в прямом эфире, по радио, лучше, конечно, пустить какую-то другую оригинальную версию. Эта песня называется «Просто потому, что не было тебя». Итак, ловите. Новая версия, хорошо, забытая старая, вернее. Продолжаем. Come on, everybody dance.
Ирина Нельсон, группа «Рефлекс», друзья, программа «Концертный зал». Ирина, за годы существования группы, были разные моменты. Даже был период страшный для всех поклонников, когда ты отсутствовал в составе группы. Но, слава богу, правда и лучшее восторжествовало. Успокой, пожалуйста, всех поклонников и скажи им, что ты теперь будешь одна солистка и не планируется никого взять. Да, я внесу ясность. Я работаю и как сольная артистка, и как лидер группы «Рефлекс», потому что мне так и не удалось, так сказать, выйти из группы «Рефлекс», потому что это всеми любимый был вариант. Потому что «Рефлекс» — это ты. Да, собственно говоря, вот так получилось, поэтому я сейчас совмещаю и сольную карьеру, и как лидер группы «Рефлекс». Ну, собственно говоря, это называется Ирина Нельсон, группа «Рефлекс». Ну, как хотите, суть одна и та же. Ну, главное, да, что мы видим тебя и слышим тебя, а как она, что, собственно, называется. Это хорошо. А когда ты говоришь про свою сольную программу, ты здесь имеешь в виду мантры и вот эту вот часть? У меня англоязычный альбом, который я записывала в Америке, это отдельный проект. Это и сейчас скоро выйдет альбом мантровой музыки, множество сольных песен, которые сегодня прозвучат здесь. Ну, собственно, это уже так слилось, поэтому кто я не могу понять. Главное, что я на сцене, и звучит мой голос, я пою. Скажи, пожалуйста, до конца этого года что нам ждать вот твоим поклонникам? Какие пластинки, какие клипы? Ой, много чего ждать, но я все меньше и меньше в последнее время делюсь своим планом, потому что это субстанция очень тонкая, план. Поэтому как только объявишь в своих планах, что-то начинает мешать. Поэтому я в последнее время предпочитаю только говорить по факту. И петь, друзья. И петь. Перейдем к музыке. Да. Сейчас прозвучит душераздирающая баллада. Называется она «Люблю». Хорошо, если любовь разделенная, если нет, тогда звучат такие песни. «Люблю». Люблю.
Если вы любите эти красивые песни в исполнении Ирины Нельсон, приходите 18 марта в Люстра-бар в 8 вечера. Слушайте, наслаждайтесь, дарите цветы. Ирина, ты же одна из немногих российских артистов, которая, ну, добилась популярности и за рубежом. Я хочу попросить тебя рассказать нам о наиболее, может быть, значимых для тебя лично о сотрудничестве в зарубежных. Это сотрудничество в рамках альбома Sun Generation, который я уже упоминала. Это альбом, собственно говоря, авторской музыки. Автор текстов всех буквально я. Музыку мы писали вместе с Вячеславом Тюриным. Эта пластинка отличается от того, что я делаю в поп-легионе. Эта пластинка написана в стиле софт-рок, и она социально-философского плана. С ней я работаю в рок-клубах московских и на своих выступлениях. То есть она идет особнячком. И там ты как Ирина Нельсон без рефлекса, да? Ромочка, говори. И там ты как Ирина Нельсон без рефлекса выступаешь. Да, это вот. Уже совсем другое амплуа. Это совсем другая музыка. Другая грань. Поэтому... Другая грань творчества. Да, другая грань совершенно. Ирина, а если говорить про твои сотрудничества с зарубежными продюсерскими центрами, их же было немало, да? Этим похвастаться на самом деле могут далеко не все артисты в нашей стране. То здесь какое бы ты сотрудничество для себя выделила? Самое яркое впечатление, это, конечно, студия в Лондоне, на которой записывались многие знаменитые группы. Принадлежит она продюсеру группы «Битлз». Работала с продюсерами и аранжировщиками, которые делали для «Юту», «Дайда» и других значимых музыкантов. Там мы записывали песню «Sunrise», которая впоследствии вошла в американский билборд-чарт в виде танцевального ремикса. Только вы и Тату ведь добились такого успеха на Западе, потому что такой большой успех, такую известность, два коллектива. Наверное, просто я не отслеживаю, что творится на музыкальном рынке, редко, так сказать, заглядываю. Больше меня интересует как-то. Я такой человек, который вообще интроверт. И вот следующая песня, она как раз об этом. Когда Слава, ни для кого не секрет, что он мой муж. Конечно. Да, у нас достаточно длинный, долгий и долгий. И поэтому он часто жалуется, что я очень молчалива. Он очень общительный, коммуникабельный, а я как бы больше люблю слушать себя. Я заряжаюсь от себя, как батарейка, и иногда ухожу в себя, и он просит: «Поговори, говори со мной побольше, пожалуйста». И вот эта песня так и называется «Говори со мной». Отлично. Давайте я послушаю. Да, с удовольствием. Тебя слышать, бесконечно видеть и ощущать. Говори со мной, говори со мной.
и кружится голова. Мужчины и женщины, вы слушаете и смотрите концертный зал. У нас в гостях Ирина Нельсон, команда «Рефлекс». Вы знаете, хотелось бы вот мне о чем поговорить, милые дамы. Значит, мы понимаем, что есть у Иры хорошие песни, есть в «Рефлексе», есть сольное творчество, есть иностранные песни, но есть еще проект «Live 108». Ирочка, расскажи, пожалуйста, об этом. Это обширный проект. Почему я решила его создать? Потому что... В этом году исполнилось 20-летие, собственно говоря, моего увлечения таким неописуемым понятием под названием йога, которое сейчас в моде, в тренде, немножко уже поднадоевшее слово, но оно настолько многогранное, широкое. Вячеслав что-то показывает, что, видимо, он тоже увлекается. Да, он уже стал вегетарианцем. Правда? Целых 3 месяца. Совершенно верно. 20 лет потребовалось ему, чтобы так... Сказать, чтобы приглядывался, в его наконец. Половине холодильника не стало больше в салфетках, да? И когда я говорила перед своей публикой, которые ждали от меня песен про йогу, естественно, многие к этому относились очень скептически и, в общем-то, не хотели даже слушать и критиковали меня. Ну что, вот она опять там о своей йоге. По тебе видно, что йога только благотворно влияет на человека, как минимум. Спасибо, Ромчик, спасибо огромное. И я решила создать проект, в котором я могу свободно выражаться для тех, кому это интересно. И получилось, как только я его создала, мои вдруг поклонники из мира музыки стали очень много задавать вопросов, именно когда я появляюсь на музыкальных каналах. Я говорю, ребята, мы на музыкальном канале, мы говорим сегодня о музыке. Поэтому там я могу свободно выражаться, вести свои уроки кундалини-йога, которую я, собственно, получила сертификат в Америке как преподаватель, и делиться всеми своими знаниями, которые я получила благодаря собственному опыту. Я считаю, что человек может учить, говорить только о том, что он прошел именно на собственном опыте. Так что заходите, очень просто попасть в live108.com и будем вместе общаться, решать не только свои личные проблемы, личностные, внутренние, но и социальные. Давай такую сделаем завлекалочку. Вот какие полезные свойства у кундалини-йоги? Просто, может быть, кто-то знает, там, ну, например, хатху-йогу, айангар-йогу. Сейчас на 99% популярных хатха. Вот, а ты скажи, чем кундалини все-таки, короче? Это уникальная йога, очень своевременная, потому что сейчас вы заметили все, что время бежит очень быстро. И сейчас 6 часов медитировать где-нибудь в пещере или на берегу моря и на вершине горы, это невозможно. Нужно учиться жить, выживать в социуме, в этом информационном потоке, который обрушился на нас. И эта йога именно была она раньше для королевских сословий, для высших сословий, вернее, и обнародована была не так давно, была засекречена, потому что она очень сильная, экстремальная. И поэтому сейчас, в наше время, она очень-очень актуальна. Сколько надо в день заниматься? Потому что время-то бежит, у всех времени не так много. В день, ну, там, час. Скажем так, если овладеть приемами, техниками, которые я вот буду сейчас именно опубликовывать на своем сайте, и везде это будет появиться, в YouTube, то этими техниками можно будет пользоваться в любых условиях,
для этого не нужны какие-то специальные условия. Главное – знание. Все. Мы пойдем за тобой, Ира. Спасибо. Yes. А сейчас мы с удовольствием послушаем, конечно. Сейчас. Вячеслав хочет что-то добавить. Минуточку. Да. Знаешь, я тебе скажу. Новообращенный. Честно, да? Упс. Мне сейчас просто так, у нас все-таки специфический эфир, да? Да. Вот, мы сделаем исключение. Нам буквально нужна вот эта сложная песня для воспроизведения, потому что мы заморочились. Как я уже, наверное, читал, может быть, мой пост в Фейсбуке. Я вчера там написал, что, говорю, ребят, думаем. Типа, думаем. Полностью же конечно. Играть. Или плейбэк использовать там, типа. И, поближе к микрофончику. Да, и голосочка, типа, дать. Ну, все там, типа, да ты чё там, не заморачивайся, там, все такое прочее. Вот. Но мы все-таки заморочились, и поэтому нам сейчас буквально секунду. И там еще я сейчас смотрю, параллельно так заглядываю в Facebook, там завелся тролль. Я его быстренько, ну, так вытер, да. То есть у нас же как бы народ озадачен проблемой фонограмм, не фонограмма. Так вот, я был бы рад бы здесь под фонограмму Вася его зовут. Вася, я был бы... Ты камеру снимаешь, да, Вася? Я был бы рад под фонограмму, но, блин, здесь, к сожалению, нет. Поэтому мы, с своего позволения, Васек, сейчас немножко тут это... сэмпл-тест такой сделаем, а ты там пропрешься как следует, уже успокоишься, как бы, и все хорошо будет. Вообще, я тебе хочу, знаешь, есть такой жест, вот смотри, это тебе. Понял, да? Все. Бывает. Всем пиз, да. Не мешай нам петь. Живьем. Вася, слушайте, в следующий раз сюда, в студию, вместе с тобой будем петь. Договорились, Васек. Вася. Конечно, Вася, но кто его не знает. Ну ладно, зато он сейчас хайпанул как следует. Так, ну что ж, для Васька и всех остальных посвящается следующая песня. Все, что хотел, для самых оптимистичных. Я перепутала эти минуты, я опоздала, не знаю, кому-то я. А я совсем ведь не знаю маршрута, но верю, 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 верю я. Мне показали совсем не те двери. Кто-то надеялся, что я поверю, но доберусь и не зная маршрута, и все получится. А вот такие дела. Все будет точно хорошо. Вот такие дела. И знала, что все будет точно хорошо. Браво! Ура!
Спасибо. Не удержалась. Ну, я так понимаю, что все аранжировки этих песен сделаны Славой, да? Ну, конечно. Он креативный, так сказать, мозг. Но в последнее время очень много нам помогает Георгий. Ребят, спасибо. Аранжировки Энтони. Прекрасные. Ну, я частенько забегаю на студию и... У тебя решающий голос, скажи, или все-таки как Слава? Ну, везде все решает женщина. А, ну все, понятно. Мы не захотим, ничего не будет. Ну, это же понятно. Ирин, а что касается текстов, они же все твои? Нет, не все, нет. Моих текстов часть, из них многие хиты, популярные песни. Сегодня прозвучит песня «Я тебя всегда буду ждать». Эта песня, ну, я немножко опережаю. Сейчас будет другая песня. Она как раз принадлежит Вячеславу Тюрину. Эта песня самая свежая, самая новая. Она вот сейчас у нас, кстати, маечка. Это маечка для тех, кто... Нет, что-то здесь это, у нас конкурс, это не Славина, да? Меня даже не предупредили, это просто маечка. Это маечка. Не дай ему уйти. Рефлекс, ничего себе. Ну прости, пожалуйста, я по всему забираю ее себе. Роман Шахов завидует. Мы переходим к следующему музыкальному жанру. Скоро будут готовы мужские варианты. Отлично. Где поклонники могут получить такую футболку? Где поклонники могут получить такие... 18-го, да, в Люстро-баре. 18 числа в концерт-баре Люстра. Ну, а также зайти на наш сайт. Скоро там будет широкий... Смотрите, выбор. Какая красота. К лету просто потрясающая история. Да. То есть это такой качественный мерч, правильно? Да. Рефлексовский. Да. Отлично. Ну, мы также ждем еще и, например, коврики для йоги. С надписью «Рефлекс». Для йоги, но это надо будет зайти на сайт Live108. Вот. Отлично. Все будем заниматься с удовольствием. Вместе веселее всегда. Друзья, Арина Нельсон, группа «Рефлекс» сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна FM», у программы «Концертный зал». Небольшой перерывчик, после чего сразу же песня. Студия 89.9. Концертный зал. Программа продолжается, и вот и самая обещанная песня, как сказала Ирина Нельсон, самая свежая песня авторства Вячеслава Тюрина. Да. Называется она «Не дай ему уйти». Если когда-то вы испытали счастье, берегите его. Если счастье покатилось в сторону заката, не дай ему уйти, ты тоже виновата. Не допела, перегнула, снова не сдержалась. Не дай ему уйти, все только этого и ждали. Только ты все знаешь, только ты все видишь. Пусть ощущаешь, как он очищается. Приходили мысли, наверное, что-то с нервами. И снова не сдержалась, только этого и ждали. Не дай ему уйти, улететь на край света. Не дай ему уйти, скажи, обид больше нет уже. Храни его, храни, не такое бывало. Не дай ему уйти, начни все сначала. Не дай ему уйти за край горизонта. Не дай ему уйти и не спрашивай, понял ли. Храни его, храни, не такое бывало. Не дай ему уйти, не дай ему уйти. Счастье каждому из нас дается поровну. Только не все знают, это твердо так. И приходят мысли, и уходят с нервами. Перед глазами наш первый день. Не дай ему уйти, улететь на край света. Не дай ему уйти, скажи, обид больше нет. Уже храни его, храни, не такое бывало. Не дай ему уйти, начни все сначала. Не дай ему уйти за край горизонта. Не дай ему уйти и не спрашивай, понял ли. Храни его, храни, не такое бывало.
небо, не дай ему уйти за край горизонта, не дай ему уйти и не спрашивай, понял ли, храни его, храни, не такое бывало, не дай ему уйти, не дай ему уйти, не дай ему уйти, улететь так рассвета, не дай ему уйти, скажи, обид больше. Ирина Нельсон, «Рефлекс» на телерадиоканале «Страна ФМ». Ирочка, ну, иногда все-таки он уходит. Как это пережить? Что бы ты посоветовала? Ну, бывает все-таки в жизни такое. Нет, всегда нужно... Ну, это отдельная тема, опять-таки, тема для «Life 108». Как восстанавливать отношения? Потому что сейчас, говорят, модно. Не понравилось что-то. До свидания, до свидания. А в ведах, в древнем учении... Учат так: уходить только в самом крайнем случае. В самом крайнем. До последнего момента пытаться все исправить. Ну, видимо, потому что люди не случайно друг друга изначально нашли. Потому что если мы будем мыслить по божественным законам, по духовным законам, то, как правило, каждый из нас идет по своему пути. У каждого явления есть свои причины и следствия, правильно? Конечно. И они настолько глубоко уходят своими корнями, иногда даже наши родовые корни. Иногда мы живем с какой-то проблемой и даже не думаем, не ожидаем, что, оказывается, была заложена эта проблема давным-давным-давно. Не зря в народе говорят «до седьмого колена», да? Нужно помнить свое родство или проклятие. Но в нашей стране это не так просто сделать, конечно. Нужно верить, потому что сейчас уничтожены. Все сделано для того, чтобы мы не помнили свои корни. Люди разъединяются. Это опасная тенденция, деструктивная тенденция. Поэтому... Но опять-таки я начинаю философствовать это много. Хорошо. Сегодня программа о любви, о песнях. Поэтому следующая песня вот как раз той девушки. А, ну это автор этой песни я. Называется она «Я тебя всегда буду ждать». Все-таки всегда буду ждать, несмотря ни на что. Я, Ром, я хочу просто сказать, что специфический все-таки эфир, да, слушателю, наверное, всегда надо пояснять, что у нас все-таки живой эфир. Конечно, безусловно. Я честно, я не знаю, просто не слышу сейчас контроль. Вот, и мы как бы, ну, тут специфические условия, мы себя хорошо слышим, а что там идет на выходе, не знаем. Надеюсь, что мы лажаемся не очень много. И, дорогие радиослушатели, я надеюсь, что вам все нравится. И честно, простите нас, если вдруг мы где-то кексанем, но именно так, поверьте мне, выглядит живая музыка. Я посетил в своей жизни очень много концертов, я настоящий продюсер, не кабинетный. Я делаю музыку, со мной мои коллеги всегда, которые вот здесь рядом сидят, которые тоже делают со мной эту музыку. Масса моих друзей и соратников сейчас слушают нас по радио, и мы тоже боимся, так сказать, знаешь, ну, как это говорить, тусовки. Седых волос себе давай. Да, и тут мы затронули тему седьмого колена, чтобы вы нас не прокляли. Честно говорю, что мы от всей души с вами сейчас общаемся и играем вам нашу любимую музыку. Надеюсь, что она ваша любимая тоже. Вот, и слушаем дальше. Поехали. Да, я тебя всегда буду ждать. Можем? Можем, можем. Человек, я тебя всегда буду ждать.
в этой невозможности их забыть. И течет по венам боль сладких мук. Только для тебя я умею жить. Я тебя всегда буду ждать, за твою любовь все отдам. Я тебя всегда буду ждать и не буду верить слезам. За тобой готов бежать, за твою любовь все отдам. Я тебя всегда ждал. За твою любовь все отдам. Все отдам за твою. Я тебя всегда буду ждать и не буду верить слезам. За тобой готов бежать, за твою любовь все отдам. Я тебя всегда буду ждать и не буду верить слезам. Я тебя всегда буду ждать, бежать. За твою любовь все отдам. Ну, эту песню знают все, конечно, очень любят. Новые песни. Группа «Рефлекс». И песни с пластинки «Взрослые девочки». Все это, друзья, в ближайшее воскресенье в Люстрабаре. В 8 вечера приходите, будет очень чувственно. Ир, а какие песни сама ты слушаешь? Вот, не знаю, в машине, в компьютере, в плеере. Кстати, у тебя? Рома, ну, просто ясновидение. Почему? Налицо. Именно в машине я люблю петь. Учу весь репертуар. И танцевать. И танцевать, подсказывает знающий супруг. Тоже, да. И, потому что там можно кричать так, как ты дома. Так мы поняли, что у тебя машина с хорошей звукоизоляцией, да. Да. И поэтому именно в машине я люблю петь, слушать. А подпеваешь? Каким артисткам подпеваешь? Или артистам? Вот, ну, если она сама поет, сказала, а какому она будет подпевать? Ой. К себе? Ну. Учишь свои песни, но, может быть, чьи-то еще песни ты, ну, ради расширения музыкального кругозора, там, например. Угу. Ну, в последнее время как-то меньше я все слушаю, радиостанции, потому что появилась мода на нецензурную брань. Угу. А нецензурную брань я все-таки не люблю. Угу. Поэтому, когда я слышу что-то такое неприличное, сразу же включаю, у меня есть любимые пластинки «Мантр», какая-то релакс-музыка, и еду отдыхаю, потому что, ну, от музыки тоже нужно отдыхать, от поп-музыки отдыхать. Я знаю, что ты хозяйством любишь заниматься, и для тебя это отдых. Что, Ромочка, ну, еще? По хозяйству что-то можешь руками поделать, и для тебя это тоже отдых. Да, совершенно верно. Поэтому от музыки я все-таки больше отдыхаю, потому что на студии очень много приходится работать с музыкой, и чтобы было свежее восприятие, нужно все-таки делать перерывы, иногда прислушиваться. Вообще говорят, тишина самая лучшая музыка, это правда. Когда открывается интуитивное слышание себя, ну, это опять-таки из области йоги, анатомии йоги, так сказать, есть звуки, которые ты слышишь, они приходят к тебе сами. Именно так рождаются песни, песни от Бога, которые называются. Да, вот ты ни с того ни с сего ходил-ходил, раз пошел текст и музыка. А, сразу? То есть... Да, да. Это нужно дождаться этого момента именно где-то в тишине. Лайф 108, друзья. Да, скажи, пожалуйста, а ты на сегодняшний на день полностью уже контролируешь все свои эмоции, не знаю, правильную реакцию на тот или иной момент? Скажем то так, есть... не полностью, но есть ли над чем работать еще? Однозначно. Работать да? можно. Всю жизнь. Это наша жизнь вообще предназначена до конца нашего последнего дня, чтобы работать над собой, самопознание, саморазвитие, чтобы, так сказать, прийти к последнему дню в нашей жизни очень мудрым человеком.
И очень здоровый человек. Да, ну, знаешь, что все понимают, что ты впереди многих и многих из нас, судя по всему, потому что все-таки многолетняя практика йоги, изучение духовных практик налицо. Вопрос у нас один. Как находить белки без мяса, Ира? Научи. О, очень просто. Это очень легко. Потом организм ваш даст сам этот знак, что мне это уже не нужно, а вот это нужно. Ну, я думаю, что многие зрители, слушатели страны FM, конечно, восприняли это как руководство к действию. Сейчас как раз весна, период очищения, обновления, и поэтому... Ну, Вячеслав, может быть, пока еще сомневается, хотя мы уже знаем, что он... Индивидуальная вещь. Я не агитирую, но, во всяком случае, не случайно существует 4 поста в год. Я как-то считала, что это больше, чем полгода, получается, поста. А что такое пост? Это аскетизм, сдерживание наших чувств, эмоций. Ну ладно, мы опять ушли. Мы не ушли, у нас это музыкальная жизнь. Программа. Но не сдерживайте в себе никогда свою любовь к музыке, вот. К хорошей, к любимой артистке Ирине Нильсен. И группа «Рефлекс», между прочим, 18 марта. В люстробаре. Так это же день... Концерт-бар называется. Так это же, я только что подумала, это же выборы. Саш, то есть ну, вы сходите, проголосуете, это в день выборов будет такая, а потом жирная, на концерт. Хорошая, позитивная точка. Да? Супер, отлично. Мы искренне благодарим тебя, Слава, всю команду говорим спасибо огромное, потому что у нас сейчас финальная песня в этом часе. Обязательно, конечно. Сейчас прозвучит песня, которую иногда уже... Молодежь с удовольствием, так сказать, ранняя молодежь, да? То есть мы, в принципе, нас слушают сейчас где-то люди, наверное, от 15 лет, но продолжают, да? Но, тем не менее, ну, мы просто видим действительно на концертах, вот, в том числе. И, тем не менее, они все-таки выросли, то есть, ну, где-то 10-12 лет нашим хитам, средним голдам, которые, да, «Рефлекса». И когда они появились, то есть, допустим, песня «Нон-стоп» вышла в 2004 году. Ну, представьте себе, человек, и тут вдруг раз пошлая Молли запела там «Нон-стоп», да, и мне все говорят, а что вы поете эту песню? Ну, не все, конечно, но кто-то пишет. Вот, я, естественно, молодым людям отвечаю, даю линки, они сильно удивляются. Так вот, смотрите, «Альма-Матер» вашей любимой песни, народ, это мы. Песню «Нон-стоп» мы написали, сделали. Русский MTV ее никогда не ставил в эфир, потому что фу было такими быть, типа попсу ставить. Вот. А теперь вы все от нее претесь. Ну, интересно, девки пляшут, да? Я как бы считаю, что за то, что мы в прошлой песне сыграли, нас нужно на самом деле сжечь на костре, по-моему, мне показалось. Вот. Но это... Ох, он самоед, продюсер. Ну, не, мне просто как бы мне показалось в наушниках это. Но эту мы попробуем все-таки сделать нормально, сейчас спеть, потому что это, я считаю, великая песня. И посвящаем ее снова нашим друзьям-футболистам. Вот. И желаем вам, ребята, не... Как сказать правильно, Ром? Ну, цензурно. Ну, на чемпионате мира. Сказать желаем... победить. Как? Победить. Просто победить мы вам желаем, да. Как обычно вот. Мы говорим. Всех победить. Песня мотивирующая. Называется она «Нон-стоп». И поехали. Без остановок. Музыка громче, глаза закрыты. Делай, что хочешь, ночью открыть. Темная ночь скроет под простынью это нон-стоп. Ты станешь воздухом только под утро. Слова твои первые, буду с тобой самой примерною. Музыка громче. Я забываюсь, это нон-стоп, не прекращаясь, музыка.
жар разрывается, взгляды прикованы, все начинается снова и снова. Скоро знай, я забываюсь. Это нон-стоп, не прекращаясь. Это нон-стоп, не прекращаясь. Музыка громче, глаза закрыты. Скоро знай, я забываюсь. Делай, что хочешь. Ночью открыти. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Ночью открыти. Делай, что хочешь. Я забываюсь. Это нон-стоп. Не прекращаясь. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Ночью открыти. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Ночью открыти. Делай, что хочешь. Я забываюсь. Это нон-стоп. Не прекращаясь. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Ночью открыти. Буду с тобою. Самое примерное утро в окне. И мы будем петь. В эфире «Страна ФМ». Это нон-стоп, yeah! Нон-стоп! Концертный зал с Александрой Хайруллиной и Романом Шаховым. Спасибо!